Здравствуйте! Вы смотрите последний на этой неделе выпуск информационной программы «События». С главными его темами познакомлю вас я, Анастасия Рудая, и мои коллеги. Сегодня мы расскажем. Почти треть скошена. В хозяйствах Личины идет уборка кукурузы. Для всех и каждого инклюзивный проект Лидского замка продолжает активно работать. С юмором и всерьез на Личине креативно повторили правила пожарной безопасности. Будет празднично. Березовка приглашает вместе отметить День города. А сейчас подробности. В хозяйствах Личины активно идет уборка кукурузы. Работы выполнены на 29%. Всего в регионе под эту культуру отведено 8155 гектаров. Кукурузу выращивают во всех 7 хозяйствах. Наибольшие площади у сельхозорганизации Можейково – 1530 гектаров. По темпам уборки лидирует филиал Дитва открытого акционерного общества «Лида Хлебопродукт». С полей этого хозяйства кукуруза убрана на 37% от плана, на 5% меньше у сельхозпредприятия «Ваверка Агро» и на 7% у «Йотки Агро». Продолжаем выпуск. Лидский замок для всех и каждого. Инклюзивный проект под таким названием продолжает работать в главной жемчужине города. Его основная цель – создание доступных условий для ознакомления с историей нашего региона и организация активного досуга людей с ограниченными возможностями. Очередное мероприятие в рамках проекта состоялось в Лидском замке и было приурочено ко Дню народного единства. Узнать больше об истории Лидского замка и нашего региона, принять участие в тематических играх, конкурсах и мастер-классах, примерить элементы доспехов и окунуться в эпоху Средневековья. Все это людям с ограниченными возможностями предлагает инклюзивный проект, реализуемый в Лидском замке. Активное участие в нем принимают подопечные Лидского социального пансионата «Тепло души». В исторической жемчужине региона они частые гости. В этот раз поддержать проживающих пансионата приехала и депутат от Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Екатерина Серафинович. Парламентарий на протяжении многих лет тесно сотрудничает с данным учреждением, оказывает помощь и всегда с удовольствием принимает участие в акциях и мероприятиях, организованных для проживающих в пансионате. С Винотовским пансионатом я поддерживаю давние отношения еще в то время, когда работала в газете, и теперь, когда я являюсь депутатом Палаты представителей. Мы встречаемся часто и организовываем мероприятия. Я считаю это необходимым для того, чтобы видеть воочию, какие нужны меры предпринимать для того, чтобы проживающие в пансионатах чувствовали себя нужными обществу. Беларусь – социально ориентированное государство. В нашей стране большое внимание оказывается всем категориям населения. Понятно, что особая забота о тех, кто имеет в этом необходимость. День народного единства прошло открытие второй сессии Палаты представителей, на которой был рассмотрен ряд законопроектов. В их числе был принят во втором чтении проект закона об изменении законов о трудовой занятости населения. Внимание в этом проекте закона уделено в том числе и инвалидов. Очень важно, чтобы у наших людей, которые имеют ограниченные возможности, были созданы условия для того, чтобы они могли адаптироваться в социуме. Конечно, на законодательном уровне принимается ряд законов, которые направлены на то, чтобы это происходило, для того, чтобы были созданы возможности. Но очень важно то, чтобы на местном уровне, чтобы все мы принимали участие в их жизни. В Лидском социальном пансионате «Тепло души» для проживающих стараются создать максимально комфортные условия. Большое внимание здесь уделяют всестороннему развитию подопечных и особенно их социализации в обществе. Поэтому на каждое выездное мероприятие в качестве волонтеров или сопровождающих групп приглашают школьников и учащихся средних специальных учреждений. В этот раз участие в инклюзивном проекте вместе с постояльцами пансионата приняли и военнослужащие Лидского пограничного отряда. По мнению специалистов, для людей с ограниченными возможностями, как ни для кого другого, полезно бывать на подобных мероприятиях и уж тем более находиться в обществе. Уже не первый раз Лидский замок гостеприимно открывал свои двери для подопечных нашего пансионата. В рамках социального проекта «Лидский замок для всех и каждого» только в этом году организовано уже второе мероприятие. Сегодняшнее наше мероприятие приурочено к Дню народного единства.
Совместно с военнослужащими Лидского пограничного отряда сегодня наши подопечные приняли участие в различных конкурсах и викторинах. Запустили в небо воздушные шары в виде голубя, как символ мира и добра. Когда мы планировали данное мероприятие, мы получили огромную поддержку от Комитета по труду, занятости и социальной защите Гродненского облсполкома и руководства Лидского районного исполнительного комитета. От руководства нашего учреждения хотим высказать слова благодарности директору Лидского историко-художественного музея и командиру Лидского пограничного отряда полковнику Киму Александру Валерьевичу. Во время мероприятия его участники могли не только наблюдать за происходящим в замке, но и проявить свои творческие способности. Вместе с военнослужащими Лидского погранотряда постояльцы социального пансионата «Тепло души» приняли участие в мастер-классе по мыловарению. Мыловарение придает особое очарование в творческой деятельности получателей соцуслуг пансионата «Тепло души». Это развитие мышления, это фантазия. И в первую очередь это положительные эмоции, жизненно необходимые для всех нас и для каждого. Кому-то покажется, это очень сложный процесс. Все гениально просто. Нам делать, сварить мыло очень нравится, мы это любим. У проживающих в социальном пансионате встреча, организованная в Лидском замке, оставила множество приятных впечатлений, в том числе и вкусных. Напоследок военнослужащие Лидского пограничного отряда угостили гостей мероприятия солдатской кашей. Если у жителей Лидского района есть вопросы к представителям местной власти, задать их можно во время субботней прямой телефонной линии. 21 сентября такую в Лиде проведет управляющий делами Лидского райисполкома Ирина Юч. Звонить можно с 9 до 12 часов по номеру 52 42 43. В необычном и интересном формате в Лидском районном территориальном центре социального обслуживания населения состоялся тематический конкурс «Частушки безопасности». Он проводился в рамках республиканской акции «С заботой о безопасности малой родины», которая стартовала 16 сентября. Ее главная цель – предупреждение пожаров из-за неосторожного обращения с огнем и гибели на них людей пожилого возраста. Подробности в нашем следующем сюжете. Предупредить, разъяснить и тем самым обезопасить. Спасатели Лидского РЧС в своей работе придерживаются принципа действовать на опережение, не дожидаясь чрезвычайной ситуации. В первую очередь они уделяют внимание одиноким и одиноко проживающим гражданам, инвалидам и многодетным семьям. В ходе встреч, как правило, говорят о какой-либо сезонной опасности и мерах предосторожности от нее. Эту осень они начали с профилактики пожаров по причине неосторожного обращения с огнем. 16 сентября на Лищине стартовала информационно-пропагандистская кампания «Заботой о безопасности малой родины». Ее главная цель – предупреждение возникновения пожаров из-за неосторожного обращения с огнем и гибели людей на них пенсионного и пожилого возраста. В рамках проведения акции спасатели посетят сельские населенные пункты, где пообщаются с местными жителями и расскажут, как сделать их жизнь безопасной. Каждый желающий сможет посетить ярмарку безопасности, где узнает, как правильно себя вести в случае возникновения чрезвычайной ситуации и на практике сможет отработать алгоритм действий. В рамках республиканской акции «Забота о безопасности малой родины» сотрудники Лидского РЧС провели в районном территориальном центре социального обслуживания населения конкурс «Частушки безопасности». В нем приняли участие люди золотого возраста, которые посещают клубное формирование центра. Они выступили со своими творческими номерами и посредством частушек напомнили себе и друг другу об основных правилах безопасности жизнедеятельности. После творческого конкурса работники Лидского РЧС провели с пожилыми людьми блиц-опрос по вопросам безопасности в быту, а также рассказали о причинах возникновения пожаров, во главе которых неосторожное обращение с огнем. Не оставили без внимания тему установки автономных пожарных извещателей. Я очень благодарна, что меня пригласили сюда. Напомнили, все правила поведения очень важны. Вот, кстати, у меня дома нету пожарного извещателя. Сейчас обязательно я его поставлю. Я вот сегодня поучаствовала в конкурсе частушек. Две сочинила, две взяла. А замечательно, что нас пригласили МЧС. Мы поучаствовали. Очень приятно.
я участвую второй раз и получаю вот грамоты. Самое главное, что полезное, что мы уже будем знать, что пожары, как предупредить, детей подготовить, чтобы они не делали ошибок. Я с большим удовольствием сегодня присутствовала на мероприятии, которое проводилось в нашем здании. Я была просто удивлена, потому что проходили конкурсы художественной самодеятельности, праздничные такие конкурсы проходили раньше, а здесь проводил МЧС. Это очень важно, и я считаю, что они все делают правильно, потому что люди в зрелом возрасте и в молодом должны знать правила техники безопасности, должны знать, как себя вести. Мероприятие получилось интересным и познавательным. Его организаторы вручили всем участникам дипломы и приятные подарки. Республиканская акция заботы о безопасности малой родины продлится на Личине по 4 октября. Уже завтра, 21 сентября, Березовка отпразднует свой день рождения. С 15 часов у Березовского городского дома культуры начнут работать торговые ряды, фудкорты, детские игровые развлекательные площадки, ремесленные выставки, фотозоны и аниматоры. В 16 часов на спортивной площадке будет дан старт комплексу спортивных мероприятий, а в 18 часов в парковой зоне за домом культуры всех будет ждать яркое зрелище – фестиваль красок. Торжественное же открытие состоится в 17 часов в городском парке. После здесь выступят творческие коллективы из Березовки, Лиды и Минска. Прогремит праздничный фейерверк, а также пройдет дискотека под открытым небом. Присоединиться к гулянию может каждый. В Березовке будут рады всем. 21 сентября в Лиде стартует сезон сельскохозяйственных ярмарок. Продлится он до 27 октября. Свою продукцию на них представят сельхозорганизации района, фермеры и те, кто вырастил урожай на приусадебных участках либо дачах. Обращаем внимание, что в этом году ярмарки будут работать на площадке у торгового центра Е-Сити по адресу: город Лида, улица Красноармейская, 63, с 9 до 17 часов каждые выходные до конца октября. В конце о спорте. В субботу, 21 сентября, на стадионе «Старт» состоится самая искренняя и дипломатичная товарищеская игра. На поле выйдут команда футбольного клуба «Дипломат» и сборная «Лиды». В составе соперников наших земляков сыграют работники посольств и представители иностранного бизнеса. Среди них посол Кыргызстана Эрбол Султанбаев, телеведущий и государственный деятель Тенгиз Думбадзе, легенда белорусского футбола Дмитрий Равнейко и другие. В команду личан войдут известные нам спортсмены-любители и ветераны лидского футбола, такие как Геннадий Владыка, Андрей Гурчин, Звиат Бурдзинидзе. Не пропустите самый дипломатичный футбольный матч. Начало в 14 часов. В воскресенье на арене Ледового дворца пройдут открытые республиканские соревнования по хоккею с шайбой среди юношей 2014 года. Лида 2014, Неман 2014. Начало в 16 часов. А в 17 часов того же дня на стадионе «Старт» состоится матч очередного тура чемпионата Гродненской области по футболу среди команд второй лиги «Лида-2» «Мосты». Это была последняя информация выпуска. Напоминаем, что, как обычно, в субботу выходит очередной номер «Лидской газеты». В нем вы прочтете о творческих успехах «Лида Медиакомпании», найдете ответы на волнующие вопросы жителей деревни Пашунцы Дворещанского сельсовета, а также узнаете о новой схеме обмана злоумышленников. Я с вами прощаюсь. Хороших всем выходных. Увидимся на следующей неделе.